29 ноября отмечался всероссийский праздник «День матери». В ангарских учреждениях культуры концерты, посвященные мамам и бабушкам, проводились в течение нескольких дней. В старой части города в клубе «Мечта» театральную постановку представили начинающие артисты из творческой студии. Это именно первая театральная студия при клубе «Мечта». Это новые театральные студии. Они организовались именно с сентября месяца. Поэтому начинающие они, ну, такие первые, как бы, дебюты их. Концерт они показывают уже третий день для мам. После концерта юные театралы приняли участие в мастер-классе, а также познакомились с экспозицией «Старая квартира», организованной при клубе «Мечта».